Более 600 тысяч человек погибли за первые 16 лет нового тысячелетия, потому что были застигнуты стихией врасплох прямо в своих домах. Если бы я своими глазами не видел, я бы не поверил, что угольная пластинка может выдержать нагрузку в 10 раз большую, чем металлическая. При взлете это крыло должно поднять в воздух 115-тонную махину. Главное – это обеспечение безопасности полета. Поэтому мы перед этим вот 6 лет исследовали на образцах, на натурных конструкциях. В этой лаборатории происходит нарезка и выкладка слоев будущего композитного материала. Вы только посмотрите вот на эту пластину. Для сравнения, композитный материал и алюминий. Самый серьезный контроль полетной информации, конечно же, в летающих лабораториях, при серийных самолетах. Там этих датчиков может быть до 200 тысяч.